Привет, дорогие друзья, я Хуман. Сегодня будем готовить вкуснятину из баклажан, называется калькабаб. Нам понадобится баклажаны 4-5 штук, гранатовая паста 3-4 столовых ложки, можно взять наршараб, грецкие орехи 300 грамм, чеснок 1 головка, черный перец молотый, красный перец и соль по вкусу. Гольпар – это борщевик персидский. Внимание! Все другие борщевики, кроме персидского, использовать нельзя. Они очень ядовитые. Теперь берем баклажаны, идем на улицу. Протыкаем ножом баклажаны в нескольких местах, чтобы они пропеклись. Выкладываем на мангал. Можно просто на газовой горелке приготовить. Или в духовке. Или обжечь на горелке, а допечь в духовке. Но на мангале будет намного вкуснее. С обалденным запахом прикопченных с дымком баклажанов. Не забывайте переворачивать. Запеченные баклажаны снимаем с углей и оставим немного остыть, чтобы не обжигали руки. Когда остынет немного, очищаем от кожицы. Если немного останется, не страшно. Измельчаем баклажаны ножом. Блендер и мясорубка не подходят. Будет не так консистенция. В измельченные баклажаны добавим пока 3 столовых ложки гранатовой пасты. А дальше посмотрим. Соль пол чайной ложки. Перец черный 1/3 часть чайной ложки. Красный перец на кончике чайной ложки. Борщевик персидский. Молотые семена 1 чайная ложка. Хорошо все смешаем. Половина грецких орехов смелим в кофемолке. Высыпаем в общую массу и смешиваем. Вторую часть крошим ножом, чтобы орехи на зубах чувствовались. Вот так. Отправляем к баклажанам. Еще раз перемешиваем. Измельчаем чеснок. Снова смешиваем все. Попробую, что получилось. Соли маловато. Добавлю еще пол чайной ложки. И не помешает еще 1 столовую ложку гранатовой пасты. Смешиваем. Выкладываем в тарелочку.
Посыпем еще борщевиком персидским. Украсим орехами. А что вы готовите из баклажанов? Напишите в комментарии. Подавать можно с рыбой, с пловом, с шашлыком, кебабом. Можно просто на хлеб намазать. Но вкуснее всего с хейме. Ссылки на рецепты этих блюд оставлю под видео. Пусть в вашем доме всегда живет счастье.